Мы не должны забывать те ценности, за которые мы воевали столько времени. Ценности и свободы, которые нас отличают от президента России. И самая большая из них – это поддержка ЛГБТ, говорят они. Они, не скрывая, пытаются нам говорить, что они являются участниками распространения этой грязи и мерзости. Для того, кто не знает, что такое ЛГБТ, вы можете загуглить и посмотреть. Это поддержка однополых браков. За эти годы посмотрите, какую они работу провели у нас. Когда нашей стране, законом Российской Федерации, это официально запрещено. Через интернеты, через западные СМИ, через эти ТикТоки, Инстаграмы, Ютубы. Посмотрите, как они среди наших молодых, вот здесь Хизир рассказывал про воспитание детей. Посмотрите, какую работу они над умами наших детей провели. Сегодня открыто в Дагестане люди признаются, что они являются гомосексуалистами и лесбиянками. Наши с вами дети, наши племянники и племянницы. Вот эту политику предлагают нам поддерживать Запада, так? Выступая против нашей же страны и создавая здесь революционное настроение. Мир и милость Аллаха всем единобожникам. Мы видим, как сегодняшние прокаферски настроенные суфии с воинствующей риторикой на устах кричат о противодействии западной идеологии, садомии, о противодействии западному движению ЛГБТ, о том, как они стараются в поте лица не допустить в свои дома подобную чуму, и о том, что якобы Россия выступает за борьбу с этим сатанинским злом. О, пораженцы суфи, Россия, Запад, и вы в этом плане едете в одной упряжке. Между вами и ими нет никакой разницы. Как подобные тебе пораженцы, Майранов, могут яростно сопротивляться садомии Запада, когда та же садомия происходит у тебя под носом и за твоими окнами? У тебя пол России, если не больше, включая работников СИНа Дагестана, оперативников и прочие шушеры, занимается этой самой садомией. Единственное отличие вас от Запада в этом плане, то что они делают это в открытую, тогда как садомиты России делают это тайно. И ты, возможно, живешь среди них, ты кушаешь вместе с ними, ты жмешь таким руки. И ты не можешь не знать об этих пытках и изнасилованиях, и той садомии, которая происходит у тебя под носом. Но при этом ты еще смеешь говорить о каком-то противодействии Западу? Эй, пораженец! Зачем ты порицаешь Запад в этом? С ними и так все понятно. Не нужно ходить далеко. Открой ваши же книги Табакату Суфия, Табакату Шадилия, Джамируль Караматиль Аулия и посмотри, откуда черпают вдохновение режиссеры из всяких порочных фильмов для взрослых. Ты говоришь о противодействии Западу? Когда в ваших же книгах ваши аулия сношаются с ослами, останавливают своими половыми органами субмарины, спят с чужими женами и, извините, мальчиками. О чем вы вообще говорите, мунафики? Всевышний Аллах сказал, когда они встречают верующих, то говорят, мы уверовали. Когда же они остаются наедине со своими дьяволами, они говорят, воистину мы с вами, мы лишь издеваемся. Также он сказал, таким образом мы определили для каждого пророка врагов, дьяволов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения. Мир и милость Аллаха всем единобожникам.